На стадионе «Волгоград-Арена» прошло совещание рабочей группы, которая будет отвечать за проведение финала Кубка России по футболу 2018 года. Он пройдет в нашем городе 9 мая. Участники осмотрели стадион, а также определили направление предстоящей работы. В состав инспекционной группы вошли руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, президент Межрегиональной федерации футбола Черноземья Рохус Шох, а также представители спортивных организаций нашего города. Рабочая группа осмотрела строящийся объект стадион «Волгоград-Арена». Особое внимание на совещании было уделено вопросу безопасности проведения матчей Кубка России по футболу. Мероприятие очень ответственное. Тестирование нового стадиона и, конечно, большой праздник вообще большого футбола. Волгоград приходит в финал Кубка России. Это большая честь для волгоградского футбола. Вот, и вообще для Волгограда, для города. Тем более в такой знаменательной дате День Победы. Финалисты, которые примут участие в матче на стадионе «Волгоград-Арена», определятся 18 апреля. Сейчас борьбу за трофей продолжают вести 8 команд. Ротор «Волгоград» выбыл из турнира еще в августе, в первом же матче уступив астраханскому «Волгарю» со счетом 0-2.